Так, друзья, всем привет, с вами я, Владимир. Сегодня первый день, сезон 2018, кашу сено. Снова кашу в Луке Болоткиной. Кашу на нашем тракторе МТЗ-80, косилка Иверакс, захват 1,65 м. Вот так вот скосил я. Сколько вот раз проехал? Раз полоса, два полоса, три, четыре, пять. Шесть полос проехал. Трава здесь не совсем хорошая. Ну, где ржавчики, там вроде ложки, там погуще. Где частинка, там не очень хорошая. Погода стоит замечательная сегодня. Солнечно. Вот так отрегулировал вот так вот 8. Трава не очень хорошая, ну что сделаешь, какая есть. Вот так вот, ладно, штатив с собой не взял, можно было поставить на штатив и поснимать, но что-то не взял, хрен знает, что не взял. Тут осот, тут получше трава. Ну, короче, так, где-то где лучше, где хуже. Вот такой трактор. Ладно, будем косить. Некогда было болеть. Так, 10.48. Скосил я этот охват, который брал. Начал косить я в 8.00. Хожу я на четвертой передаче. Здесь вот кусты уже начали расти, надо вырубать, но я, короче, их объезжал. Вот так, сейчас еще один охват отрежу и буду еще косить. Заливал я полный бак, так что вечером посмотрим, сколько ушло солянки. Встречаются мураши, муравейники. Ну ничего. Вот так вот косьба происходит. Напомню, сегодня 16 июля. Середина месяца уже, как говорится, есть. Так, сейчас возьму, наверное, или здесь, или... Ну и за кустами надо выкосить. Там трава вроде как получше. Ну вот, посмотрим. Косить надо. На стажок, думаю, накосил, потому что здесь вроде площадь большая, но набор травы не очень хороший. Фу, ладно. Попью воды холодненькой и будем косить.
Так, скосил я сегодня вот тут, вот до этого. Здесь скосил и за кустами, так вот там. Там осталось немного. Осталось немного. Там сравнять завтра буду косить. И там. Так, всем привет! Второй день покоса, буду косить. Вчера я косил с 8 до 6 вечера. Сегодня буду косить, сегодня у меня сломался вентилятор, вчера не работал. Сегодня я задержался, потому что налаживал вентилятор, трактор заправлял. Короче, заправил я вчера с 8 до 6. Трактор был полный, и я заправил сегодня 50 литров солярки. Под самую горловину. Бульку встал, и я встал. Сегодня я думаю скосить чуть-чуть поменьше. Планирую, не знаю, что получится. Еды с собой я не взял. Надеюсь, что Дима, сын мой, приедет в обед и подменит, если я буду косить до обеда. Уже сегодня снова начинает жарить очень хорошо, крепко, так что денек будет жарко. Все,
Так. Всем привет. С вами снова я. Так, время уже у нас 1:30. И я закончил здесь косить. Пока больше не буду косить. Косилку уже склал. Все. Выкосил там за кустами. Докосил. И тут вот скосил до кустов. Пока не буду косить, лучше. Надо скласть это все сено. Потому что, блин, скосишь все, вдруг дождь пойдет, как в том году, и все сгноишь нафиг. Лучше ставлю. Ой, ладно, все, поехал трактор ставить. Всем удачи. Пока. Надо делать видос. Загружать. Уже 4 дня ни одного не загружал, если я не ошибаюсь. Ну ладно, пока.